Ты просто это поздно сказал. Так, ну в общем, первый веселый баг, я нахожусь под картой. И это странно. Да ладно. Я вижу абсолютно все, что здесь есть. А меня видишь? Тебя не вижу. Я вижу абсолютно все здания, которые есть поблизости. Кстати, самый смешной прикол, что получилось это все тогда, когда мы пытались забраться на башню. Точнее, я пытался забраться на башню, и вдруг я просто очутился здесь. Я, кстати, не знаю, самое смешное, как отсюда выбраться. Не, ну я догадываюсь, что это обычным перезаходом, наверное, я выберусь. О, сейчас мышь наступит, слышь? Так, а я совершаю кружок веры второй раз. Так, ну-ка. Ну, я так понимаю, что у тебя это не получилось, да? Я вижу зомби. Я сейчас попробую к тебе подойти и посмотрим, увидишь ли ты меня. А, я выбрался. В смысле, как? Так. Да ты читарюга. Наступила ночь. И надо нам бежать, надо нам спасаться. Не, кстати, ночью весело. Да. Ночью реально весело. Очень весело. Надо будет еще как-нибудь попробовать с каким-нибудь онлайн с зомбаком. Я бы хотел сам поиграть за зомбака. Вот сейчас надо с этой вышки-то прыгать, ну сейчас только опыта дадут. А, я, кстати, понял, как перелезать препятствие, которое над тобой. И как? Надо смотреть на него. Ну, я тебя поздравляю, Дэс. Да. Это, конечно, не нонсенс, но это уже круто, что-то. Да. Ладно, я открыл какую-то хрень. Кстати, где я по карте, интересно? Фига я. От тебя далеко. Я взял молот каменщика. Да? А может, все-таки мы это, Геру дадим? Я этим уже и занимаюсь. О! У нас ни ловушек, ни хрена нету. А я себя вполне неплохо чувствую. О, 7-й уровень ловкости. Быстро тебя качают. Так, а помнишь, я же специально прокачал эту хрень, чтобы она качалась? Так я тоже ее прокачал. Погоня отстала. Че, все-таки прыгать будешь? Да, попробую на запись прыгнуть. Лезем на вышку. Давай я тогда первый, чтобы ты запечатлил, как я полечу. Давай, лезь. Я просто уже на половине вышки. Пусть я как бы за тобой ползу. Зима? Нормально. Не, правильно понимаю? Ну тут, видимо, наверху холодно настолько, что дождь превращается в снег. Ну, либо это просто пепел. Ну, заодно это будет пособие для тех, кто не понимает, как здесь выбраться. Ну да. Потому что это реально туго. Да, еще так, я залез на предпоследнюю лестницу. Вот. И сейчас буду залезать на последнюю. Все, схватился, лезу. Готово. Я на верхушке. Давай, я прямо за тобой. И я вот прям тут сейчас буду смотреть, как ты прям падаешь. Прям вниз. О, смотри, ты такой красный здесь. Выключи да, свет. Да, ты прям такой мега красный. Все. Папарапачимана. Ладно. Я попал! А ты умер? Да я попал! Ну ты умер! Я правда на мешках лежу! Так я вижу!
Стой, да я пока. Стой, ну блин, нахрена. Я хотел заснять, как ты падаешь. Так если ты умер. А видимо с настолько большой высоты все-таки, ну, убивается. Ладно, давай тогда последнее заснимем. Это, наверное, полет с вот этого, с вот этого троса. О, в натуре, а где он? О, там тут. Тут. Сзади. Куда полез? Ты уехал, что ли? Да. Азбука Морзе. Давай, я снимаю, как ты летишь. Сейчас, секунду. Да быстрее, тут меня охотник хочет убить. Вот так вот. Йоу, привет! Так, ты чё? Твою мать! А я сразу на альбом приземлился. Так, ну-ка, тихо. Я, короче, ищу зону. Во, я побегу сюда. Хотя, ты сюда бежишь? Хрен его знает, куда я бегу там. Или на синюю, на свою. Беги на свою синюю, я за тобой. Ну, а от меня отстали. Так, беги на синюю, я за тобой. Я уже добежал до синей. Прикинь, они еще и плюются какой-то херней. Ну, матом-то. Я не сматерился. Ну, фигней, ладно. Фигней. Ой. Готово. Причем уже на профессиональном таком, знаешь, уровне. Отрываемся спокойно, не парясь. Ну, как тебе сказать? Когда сколько падаешь... мне 3000 за это дали? За пробежку за это? Нет, за то, что я принес ему все. Что ты ему принес? Все принес. Ну, что все? Ну, помнишь, мы взяли эти? Да. Ты это все снимаешь? Да, давай. Кому? Вот ему, кладовщику. О, нормально вообще. О, здесь журнал боевых действий лежал, слышь? Вот прям вот, прям вот тут вот. Где? Ну, на Q нажми. А, о. Лол. О, слышь, смотри, там зомби, ну, виден. А-а-а, рассветочки. Stace Island. О, Stace Island, это как Dead Island. Так, камень здесь. А это, наверное, это? Армейская лопата. Продать. Чё продать? Тяжелую арматуру я точно оставлю. Мешочек. Кофе. Сигареты. А, можно сразу разом продать все ценности на F. А. А, окей. Просто два умных человека, да. Так, сколько бабла? О, мне 5600. Я могу продать лишайник за сотню. Все, в общем, я продал. Ты тоже продай. Пока где он... я их не вижу. Ну, ниже там у тебя. Он, короче. Повижу. Да, он, короче. 10 ядовитых лишайника. Да, он, короче, их по сотне продает. Покупает, точнее. А у меня по 10. Сейчас сверху должно было быть написано, что там он покупает дорого. В общем, ладно. Я думаю, на этом. А, требуемый предмет. Да. Ограничение по времени. Подводная водоросль 50. У нас по-разному, видимо. Да, видимо. Вот, ну, в общем, суть в чем, я думаю, на этом все. Да. Так что ты записываешь? Да. Записываешь? Да. Ты записываешь. А да. Где радио? Тут же радио должно работать. Вот оно. Но не работает. Так.
Ну, да, я хочу вот этот став, который у тебя здесь висит. Топор? Вот этот топор хочу, крайний. Красненький? Пожарный. Пожарный, ага. Ну, хотя топор дровосека тоже ничего. А, кстати говоря, если верить этим часам, кстати, они идут. А, сейчас где-то 4 часа утра. В смысле 4 часа утра? Ой, это 5 часов утра. 5 часов утра. Да, что-то я лоханулся. Я на ту стрелочку посмотрел. Сейчас где-то половина. Мяу. Так, на самом деле... Фула, блин, так по шарам бьет дико. В безопасной зоне, вы не можете носить оружие. Ладно, пойдем выйдем. Пойдем выйдем. Ты что хотел? Просто пойдем. Поговорить хотел? Сейчас 2.59, 3 часа ночи. Сейчас 3 часа ночи. Если нож в руки возьмешь, то увидишь, сколько время. Нож. Так. Нож. 3.12, 3.13. Короче говоря, здесь 24 часа, это 24 минуты. Ага. Ты снимаешь? Да. А что? Подымай давай. Еще 100 опыта. Так можно вообще вкачать. Че это такое было? Че ты кинул? Так можно вкачиваться. Можно обмануть систему. Я хочу вот эту херню убить. Вот эту вот. Вот это вот. Про меня? Да не. О, слушай, я убил этого зомбака. Это обычный зомби был. Нет. У него красный глаз горел. Типа как агрессор. Ну давай, иди сюда. О, че? Не, ты вылези, я сбоку это засниму. Ща, подожди. А, он убежал. Иди сюда. Нет, только, ну ты подойди вплотную. Не, я потом посвечу на него. Нет, ты к нему выбеги прям. А потом сюда обратно. Ща. Где он? Слева от тебя есть еще один. Вон, все, отбегай чуть-чуть. Чтобы я это заснял. Все, ну не туда, только не туда, выбеги. Не надо, чувак, пусть они тебя сожрут. Именно. Не надо. Ты че? Кого сожрут? Ты убираешь? Хавайте, Деза, хавайте. Такие вот они плевальщики. 20 секунд. Кстати, если тут что-то ночью, по-моему, что-то говорили, если ночью вздыхаешь, до хрена очков отнимаю. Так что ты это, 10 секунд. Может, ты меня поднимешь, нет? Не хочешь? 4, 3, 2, 1. Да ладно! Я красавец! Давай еще раз. Фонариком их отгони. А все утро. Ой! Слушай, повиси здесь, я хочу на этот. Такой бугай. Такой, смотри на мышцы, типа. Ну-ка, Дэс, посмотри, что я делаю. Ты подтягиваешься. Выход на две. Смотри. Опа. Утренняя гимнастика. Такие у тебя мышцы. Овальные. Так, чё, пойдем спать? Да, надо все-таки все уже завязывать. А у меня... GPS показывает 1500 кадров. Я не знаю, с чем это связано и почему так. Ну, у меня, например,
постоянно, привет. Да, здорово, постоянно показывается FPS высокий на этом. Блин! Сейчас тебе как сбежится куча говна. Блин, что за подстава, подставлялова? Что такое? Нажмите H, чтобы начать состязание. Нажал H и использовал аптечку. Это типа как, типа ты должен с full HP начинать состязание? Не знаю. Ладно. Оружие сломано, смените его, чтобы... А мы в прошлый раз откуда закончили? Мы же с базы закончили, да? Мы, да, на базе закончили. Я предлагаю тебе кое-что взять, потому что, ну, мне этот чертеж все равно будет нужен, наверное, я его нашел случайным образом. Давай. Иди сюда. Эй, я же забирался здесь. Оп. Капец, на таком большом экране, как вот. Классно играть. Вот тут вот чертеж. Слушай, ты не писаешь, как на моем мне хорошо играть? Сколько? А. На 104, да. Вот здесь чертеж. Ага, выводим в окна. Ага. Дать прикурить. Да, и вот я сейчас как раз эту штуку попробую скрафтить. Потому что у меня есть бита, оказывается. Та-дам, там-там-там, та-дам. У меня нету ни биты, ничего. Ну-ка, закажи. Ну, я заказал. Ой, мордой прямо в стенку. А вот, у меня оружие выглядит вот... А, ну, примерно то же самое, короче, как нож. А, тоже с это, с поджигалочкой? Да-да-да. Ну-ка. Такой, смотри, да. Где там? Он видал? А, ну тут да. Хотя бы горелку нормально видно. Вообще как прикурю. Слушай, он с одного удара прям выносит. Блин, мой пробел так громко звенит. Не. Так, кто-то меня сейчас ударит. Это меня сейчас кто-то бьет. Чё ты хочешь? Фу! На, я совсем забыл. Так, кстати, я что-то забыл, кстати, на что, что я поставил, чтобы... Так, у меня хп прям нету. А, дружу, спаси. Ты что там вырубил эту тварь? Чё ты здесь много? Сейчас поменять надо оружие, этот ножик. Там кстати, еще идет. Еще двое идут сзади. Так, 15 секунд. Чувак, 15 секунд, 10 секунд. Не знаю, поднимай меня, делай что-нибудь. Вуаля! Отлично, на бабушке! На бабушке! На бабушке! Вспышки решают. На. Биты решают, знаешь, тоже. Не, реально. Когда лежит, бита не решает. Не, посмотри, как она шотает просто с одного удара. Как этот? Да, только расходуется меньше. Давай с тобой сегодня ачивку попробуем одну выпить. О, слушай, я с битой поджечь могу. Я забыл про это. Ладно, я забыл про это. О, слушай, можно знаешь, какую ачивку сейчас выполнить? Ну. Смотри, надо, короче, взять зомбака. На альт захват. Нет, я имею в виду это. Чтобы он был рядом где-нибудь. А, ну вот здесь есть зомбак. Так, вот рядом со мной зомбак. Надо его сделать так, чтобы он поджегся. Так, он умер. Угу. А, наэр у меня удар с ноги, я-то думаю. Надо, короче, взять. Тут такая ачивка есть классная. Надо взять зомбака, поджечь его. Окей, ачивка, может, и классная. Я пока потихоньку пробираюсь к дому Ганзы. А ты, кстати, пишешь уже? Да, давно уже. Ну, круто. Ты бы хоть предупредил. Ну, так я же тебе сказал, я писал еще, когда ты отрубался даже. Я уже с тех пор пишу. Понятно. Ну, будет у тебя чуть-чуть, короче, ладно, ничего страшного. Так, сейчас у меня игра привыкнет к моему фрапсу. В общем, я тебя жду, друже. Ага. Надо, добежал уже почти до дома Ганзы, я так понимаю. Гази, точнее, что его Ганзой называют. Знаешь, уже сталкерские такие привычки. Ганза. По-моему, уже оттуда было. Так,
О, слушай, я тут могу, короче, машину открыть, но мне нужно, чтобы ты мне помог, наверное. Ща. Да. Вот показываем ребятам, смотрите, вот такую штуку я могу делать. Могу ноги ломать за банкам. Ты так вот бежишь, такой подсечкой, на, такой с ноги. Бежишь с ноги, на. Так, уйди. Потом они там валяются. А, не, просто открыть и все. Пластик забрал, ладно. Иди да. Сюда, милий, иди сюда. Слушай, тут какой-то извращенец. В этом. Ой, я его поджег. Жестко так поджег, кстати. Вот, и надо теперь его, короче, на какие-нибудь шипы напнуть. На, подожженного. Да, и там ачивочку дадут. А, ну, ищем шипы. Не, стой, ты его бить-то, подожди, Вот, их надо сюда вот манить. Ну ладно. Подожди. Так вот. Консумируем. Где там шипы? А, вот вижу. Вот они, ага. Ну его поджечь перед этим надо? Да, надо, короче, обязательно поджечь. Эй, ну не так же. Бабах. Слышь, тут зомби вылезло. На. Блин, жалко, что он туда упал. А, ты его ваншотнул. Я его ваншотнул, к сожалению. Есть... Ладно, надеюсь, получится. Так, и поджег, и ваншотнул. Двойное удовольствие. Да, ладно, я тут по каким-то крышам бегаю. А, это безопасный сейф-хаус. Так, ну, очень... сейчас будет, по-любому у меня сейчас будет возможность. В общем, ребят, мы очень много чего интересного тут нашли, пока вчера бегали немножко. В принципе, я думаю, что там часть записи будет. Вот. Да, ночью тут самая веселуха, оказывается. Ночью, да, тут прям кайф вообще бегать. Вот, я нашел какой-то бар, и я тут немножко сейчас... А. Чего они не поджигаются? Я ж тебя вроде вырубил. И тебя я сейчас вырубу. Только она умерла. Ну, у меня тут тоже умерла, но по другой причине. Опа. Так, я, короче, сейчас нам опыт дам. Уйди отсюда. Все, я закрываю. Слушай, сейчас прикол был, короче. Я так дверь закрыл, и зомбак прям в дверь просто долбанулся. Так, ладно, надо тебя догонять. Пожалуй. Да, тебе дали за этот? Да, у меня есть очко неиспользованное. Не-не-не-не, тут еще зомби оказался. Тут прям какие-то... Стоп, а где он? Он, а, вот он. А вот и я. Все, вот теперь тебе дали, по идее. И мы уровень получили, да? Ну, да. Да, повышение уровня уже ванится. Так, сейчас прокачаемся тогда. Ага. Так. О, у меня плюс к одному ко всему. Плюс один ко всему надо. Так, мастер сборки, научить лучше собирать предметы, создавайте больше предметов из тех же материалов. О! Круто, можно качнуть, да. Да, я прокачаю эту хрень. А тут у меня есть еще реакция. Используйте метательное оружие или фонарь, когда оглядываетесь во время ускорения. Вы можете остановить преследующих вас мутантов. Прикольно. Легкое приземление вдвое уменьшает урон падения, и что-то там, если кусаки вас хватит, там будет проще вырваться. Ну, не знаю, как ты, я лично качнул регенерацию ХП. Ну да, я тебе там говорил, что я его качать не буду как раз. И объяснял причины, почему нет. Угу. А, так, нам нужно попасть вот совсем туда, на ту сторону. Фонарик. Уии! Блин, еще одно очко мне дали. Фак. Мне только сейчас просто начислили. Угу. За зону. А, нет. Показалось. А, слушай, черт. Я какую-то зону нашел. А это те зоны, помнишь? Не-не-не-не-не. Другую зону нашел, тут их видите? Тут 7, Дес. Их тут 7.
Тут вентиль какой-то с газом. Тут 7 зон. Не-не-не. Тут да. Вентиль с газом, я тебе говорю. И? А, ты просто... И да, и я битый по нему долбанул. Ничего, правда, не произошло, но... Вот, я подобрал горючую жидкость. Там ничего нету, по сути. Блин, а можно как-то... Ну как ничего, ну тут есть клинок, батарейки. И халва. Самое главное, тут есть халва. Да, главное, здесь есть автобус, на самом деле. Автобус же это важно. Но правда, в автобусе ни хрена нет, да? Другой вопрос. А не, ну там что-то есть, но ладно, подбирать не буду. Чем потихоньку нам прокачиваю наш уровень. Бедняга ползет. Идешь? Угу. Кстати, ачивок тут не так много. Тут есть одна интересная ачивка, которая мне действительно понравилась. Это надо ночью спрыгнуть с моста, на котором мы с тобой были. Именно... Тихо, тихо, тихо. Именно похоже. Ночью? Именно ночью, да. То есть принципиально, да? Да, принципиально. То есть получается приколюха в том, что ты должен до туда дойти сначала, спрыгнуть, и тогда будет весело. Так. Чем ты это? Я люблю поджигать, я пироман. А если что взорвется? Ну, будет пироман-неудачник. Что-то как-то поздно вспыхнуло. Ну ладно. Скидыш! Значит, не понял, что произошло, ну ладно. Так, вот, мы уровень силы повысили. А, ну кстати, да, я же не показывал еще. Мы можем делать вот так. И врываться в толпу, получать кучу урона. Ой, я слушаю, я даже большого сейчас пнул. Ой-ой-ой. Ой, здоровяк. Уничтожить громилу. Как разметало-то, а? Мимо. Вот. За тебя там зомби с ножом шел. Опасный. Тихо-тихо. Да, здоровяк, давай. Надо на автобус. Так, ладно. Шутки шутками, пойдем к дому Гази. Гази, какое-то грузинское какое-то имя. Так, я чую, надо с автобуса там прыгать. Как я хорошо прыгнул-то. Что там? Прыгай ровно там, куда я здесь, где я стою. Ага. О, да. Да-да, а то можно... Лично. Было и по щам получить. Я аж провагался чуть-чуть. А, понятно. Все не получается. Ну, там выше не запрыгнуть. Ладно, что-то из этого должно быть домом Гази. Ага. Как нам туда попасть, интересно? Видимо. Ага, я, кажется, понял, как нам туда попадать. Довольно сложно. И да, тот вариант, который я сейчас попробовал, ни хрена не вариант. Паркурчик. Не, ну нам, короче, вон видишь сверху там какие-то непонятные хрени на мосту. А может, нам с моста надо спрыгивать? А нет, тут просто дверь надо открыть. Гази, is anybody in here? Просто надо открыть дверь. Ну, точнее даже не дверь открыть, просто постучаться. Gazi, you there? Оп, я тебя вылечил. 150 дали к опыту. Happy. So you better make mama happy. Gazi. Me too. We have the same name. Are you from the video store? No, my name's Crane. Crane? Crane rhymes with train and brain and sane and grain and rain and plane and the other kind of plane and... But can I come in? No, no, it's impossible, impossible. This is my special day with Mom. It's Mother's Day,
and it's the most important day of the whole world. Are you from the video store? Why do you keep asking me that? Because you're supposed to bring my movie about me. It's called Charlie. And it's all about me. And how smart I am. Look, Ghazi, if I bring you your movie, will you let me come in? Sure. Then you could watch with us. It is Mother's Day. And if Mama ain't happy, nobody happy. Oh, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, wait a minute. That's too much. Don't argue with Ghazi. It doesn't work. That's what the drugstore people say. Я с трудом пытался сдерживать себя, чтобы просто не заржать, когда он начал рифмовать. Не знаю, как тебе, Деспи. Мне было очень смешно. Стихоплёт хренов. Да, окей, ладно. Мы не будем смеяться над бедным чуваком. А как же... просто бежать ему за шоколадкой. Это... Мясо. Вот так вот надо. Вот видишь, все вот эти трупы, кроме вот этого, которого ты и то трупом не сделал. Так, сделал я. Секунду, мне надо что-то прокачать. Так, ты прокачал силовую атаку, да, я так Давай. Понимаю? Качай, я побегу. Точно? Мне да. только сейчас доступно стало. О, да. Да, кстати, по поводу силовой атаки. Что такое силовая атака? Вот так вот просто вырубает. Я тоже хочу попробовать. Чертям. Ты мне там оставь кого-нибудь. Пробуй. Там дофига еще. Так, кого. Что здесь вспыхнуло, само собой? Тут много кого. Это не я, честно. Оно само. Правда-правда. Кому тащить-то так? Так, ты пока там ищи, кому втащить, а я буду искать пока, куда нам втащиться. Давай. Я, короче, походу бегу в нужном направлении. И да, вот. Одна коробка, one box. Так, давай ты в эту сторону, а я тогда сразу в другую побегу. А тут, кстати, рядом. Не, ну давай сразу в две. Ну, в смысле, ну. Ну вот, тем более, давай сюда идти. А там как? Ну, чтобы показать и то. То, как ты это. Ты наверху более, нет, что да? Я пока... Не понял, а ты уверен, как что надо забираться, да? Может, надо открыть дверь? Ну, я попробовал открыть дверь снизу, и дверь сверху просто заперта. А, я, кажись, понял. Откуда надо? Да, видать, не отсюда. Опять что-то не так. О, тут полицейский, здравствуйте. Вы не хотите... О-о-о-о-о. Я нашел вход. Нет, не нашел. Окей, ты вход нашел, закрыл, а я... закрыта дверь. Я полицейского убью, чувак, мне нужна твоя помощь. Да, я забил полицейского и забрал у него сигарету. А, сзади! Не попал. Смотри. Попал. Вот теперь попал. Да я по баллону пытаюсь попасть. Там бежать некуда было. Я сразу прочухал, что надо в баллон стрелять. Так, ну... Там дверь. Если еще на самом один. Деле, то там куда? А, я походу... Понял или не понял, но нам... Что-то здесь эти уроды прям... Взрывоопасны? Вау, как они взрываются красиво. Тише, а как сюда войти-то, ё-моё? Чё, сейчас на полном серьезе. Слушай, а может... Они здесь не просто... Может, они Нет, здесь не просто двери так не вышибаются, ходят? Может, окна тоже. Примани. Ну хорошо, я забрал сигареты. Блин, вот ведь дверь-то, ё-моё.
Да ладно! Балдеж, да заходи, ладно, я это вырежу. Два дебила — это сила. Опа. Son of a bitch, not now. Твою ж мать. Ну я быстро. Ну, я быстро среагировал, кстати. Чарли, see you for Charlie. Что ты не стал? Ищи Чарли. Ладно, давай сделаем вот так. Можешь дверь, кстати, открыть. Вторую. Есть контакт. А, вон там, походу. Чарли. На Макуси получается где-то, да? Так вот она прям тут gotcha. подмечена была так. Z. Да. Да? Так, все. Ладно, следующий я беру.